Я еще продублирую. Не, на прошлом, блядь, ивенте как-то расчет, блядь, нормально был, да? Не было Да, таких скачков, как-то, блядь, там там, все это ну, там спокойно. было лагало все, но не так. А тут у них вообще просто лагает. Короче, смотрел сегодня это Маракаси. Он также говорит, вчера вообще кто-то не мог выйти в бой. Сервера сильно лагали. И, короче, что давали штрафы. Ну, типа, ВГ сказал, будет компенсация, кто участвует на глобальной карте. А штрафы снимут и так далее и тому подобное. Наверное, штрафы распределяют по всем. Короче, как разраб сказал, то есть мы не спим, мы работаем, ремонтируем, все такое, да. А то, что другое там сказали, другой сервер, типа, купите, более мощнее поставьте. Не сказали, это не сразу делается и так далее. Все, но вы не переживайте, мы все работаем, все ремонтируем. Да, у них же офис на Кипре основной. Могут просто зачем? Наверное, еще у них. Наверное, Да, блок так вообще во еще всех играх. на лампах. Блин, а где посмотреть-то это можно? Как Нет, ну посмотреть? почему на всех? Вот возьми Counter-Strike, вот сколько смотрю стримеров, да. У них лагов нету, да, по контре. Но там Там другая пусто, ситуация, конечно. там читеров много. Ну, Поэтому да. CSGO это Тут у отдельная нас это, что ли, ситуация. А здесь мало, блядь. Не, ну там они часто очень сильно попадаются. Ты там вообще не поиграй, пожалуйста, на рангах выше Лема, так почти у глобала. Ты не поиграешь там вообще. Согласен А парни полностью. просто заходят и не по легиту играют. Да, ты там вообще О, да. сейчас. Она умерла, все, забейте. А игры с этой, как бывает, разработчики сами построили момент. Ну почему, если те люди, которые еще до того раза покупали для тех, нормально. Ну, А те, удобно мнение, да, у них Prime бесплатно дали. А толку от тем, кто бесплатно скачивал, тем вообще ужас сейчас. Или не играй. Да, она. Да она так себе уже. Она там уже. Можно фейсит играть спокойно и все. Не по фейсите, воркуйся. да. В чем можно в разные играть? Совершенно верно. Надо играть в одну. Да ладно, переключиться. А где столько времени найти, чтобы, блядь, в 10 игр играть? Не, почему иногда я могу и танчики так сидеть. А потом я только захожу, когда такого вот у меня сразу зовете. Я только в комп хочу. Нет, это со временем, это в начале. Че ты сразу ко мне претензии ставишь там, блин? Я просто играю в разные игры, я просто сказал. А что тут такого? Ну как-то странно, сразу ко мне претензии. Сейчас приду. Соседки подъехали. Это все сосиски виноваты. Да, это не смешно. Сейчас подойду, 10 секунд до боя. Что за бред начинается опять? Сосиски. Уже говорили об этом. Погоди, еще Юра сейчас придет, скажет. Что скажет? Давайте, поехали, все. Скажет. Про сосиски. А вы что, я просто хотел мне позвонить, домофон, что вы готовитесь? Ребят, расслабься, все, бой. User left your channel. Так, видите, стэшки. Стэшки сразу едете. Раскатка такая же прежняя. Не перекатывайтесь на их сторону, просто сейчас я покажу. ТТ подкатили вот сюда, вот тут отстрел идет. СТшки пролетели сразу, вот на этот квадрат, все. Также можете обкатить
Да, вот, чтобы вот эти, если их не стэшки, тоже будут сразу. Три ствола здесь, остальные обкатили. Все, 277 сюда уходит. И с 7 вазик 113 вы отсюда отыгрываете. Пусти, пропусти. Арта, ПТшки вы знаете свои места. Опять мясо было. Вот, зашли, они не поднимаются. Все, и стоите, просто приемку делаете. Вот, ТТ не дайте захватить, ТТшкам арта херачит. Так, арта. Меня тут... Арта на... КД. К... Вот стоит, К9. Все понятно. Все, сильно не лезьте, не отхватывайте ничего. Все, не лезьте, арта работает, все. Стойте аккуратно под свет, они лезут, прокидывайте по возможности. Сами не подставляйтесь. Отыгрываем нормально, спокойно. Сверка, не стой там. Стой, все. Они сами. У нас артоводы есть и все. Да. Одна сюда перетянись, один ТТ сюда, назад. 113, ты дальше, ты ближе всех. Сюда. Вот, вот тут вот, чтобы был подсвет, чтоб отсюда СТ-шка никто не вкатил. Вот сюда, на этот квадрат, чтоб тебя не прокидывали. Семёра, стой спокойно. Тебя видно там. Я сейчас смотрю. Ясно. Так, ПТ на одна на меня. Две ПТ-шки. Я буду светить, вы прокидываете. Ну, вкатывает на меня. ПТ. Я дал. Еще одна. Если что, я добью мачата через 2 секунды. Влад, надо коней раскидывать. 430. 2 секунды. Одна. ПТ, там долбить его, все. Молодцы. Аккуратно работаем, арта дальше работает по ТТ. Арта в свете, засветил. Все, кидайте арту, кто-нибудь уберите ее. Свожусь, еще 7 секунд. За дом уехала. Я видел. Угу, все, понял. Вот айпы у них. В свете. Коней не видите, арта? Так она по ним работает. Отлично, отлично. Все, это ВЗ, чуть лево, отойди, я тоже. А зачем ты ко мне пришел? А все равно так бы накрыло бы. Она там так и стоит на К8. Блин, да спальня раньше она там стоит. Все, конь меня убил, ясно. А, так, вот этот пасешь здесь. Будет я прокатка. Все, ты его засветишь аккуратно. Чуть назад просто сдай и все. Нормально будет. Вот. Так, у них там пытаются объехать, что ли? Да, там некоторые да. Притягиваются. Туда. Все, арта просто крошит, парни. Все, нормально, пускай они даже объезжают, мы сделаем чуть по-другому. Пускай объезжают, херня это все. Арта КД. А, ты не подставляйся, Андрюха, уедь оттуда уже. Все, назад откатывай. СТ-шки пасите, кидайте. Два раза пару ты кинул, когда ни разу не попал. Ушел сюда, вот на этот квадрат, от Мариус. Так, у них... Да сколько КД еще? Кидай, что ты заберешь. Я подсвечу коней. Все, стоишь здесь и смотришь сюда. Так же тебе. Угу. Что если там 140-й их не пойдет? Аккуратно, аккуратно, ковыряйте их. Арта ковыряет. Вот, 140-й вот здесь где-то. Да, что он подсветил. Ясно. ПТ, одна ПТ сюда. Просто смотри. Уже сразу. Дрюх, ты тоже. Да. Смотрите, хэвики пошли. На это. Через город ходят чуть. Пускай обходят, пускай.
Хэвики и Е4. Нормально, нормально. И 277 вон поехал. Пускай обходят. Все, они оттуда решили зарашить. Смотрите, сейчас что делаете? СТшки, короче, сразу спуститесь с это. Андрюха, сюда в воду уйдешь. Сюда. 413-413 сюда переедь пока. Ближе вот сюда. Вот тут, чтобы не светиться. Вы сразу рашанете вот это вот. Вот этих коней, короче, убьете. Вот эти вот 4 ТТ. Вот. Эти будут. Они вот, допустим, до сюда выйдут. Андрюха, ты также сюда смотри, подсвечивай. Не умирайте там, парни. Ну в чем проблема-то? На горе кто вас там херачит? Да арта, блядь, арта стреляет. Ну, в чем проблема-то? Не светитесь, отъедьте, чтоб вас арта не прокидывал. Все. Сейчас, короче, попробую арту искать. Ты лучше вот этих там. Вот домашки, парни. Я понял. Вот, я, если можете, вы арту не ищите, вот этих херачите пока. Их там не видно. Все нормально. Пока стойте, просто под свет для арты. Арта сейчас работает. Киньте по коням. Сейчас подсветим. Сейчас подсветим, короче, подождите. Старайтесь коней забирать, потому что вот эти вот вкатываете, вы сразу вот сюда падаете, вот этих коней убираете, вот этих вот. Будете катить, прокидывать. Эти пускай вот даже вот так вот сейчас. Будет момент, я скажу, сразу вот сюда проходите. ПТ, вы просто вот это вот, вы начинаете херачить. Не начнут сюда, СТшки пока стоите на горе, а с горы вот это будете херачить также. Так, нас уже начинают уже так обходить, да? Пускай обходят. Поехали семерочка, там он один, кажется. Вот тут вот. Куда ты хочешь поехать? 277. Кто никуда не едет. СТшки также на горе остается. Вот тут СТ подсвечивай. Вот одна СТшка стоит 430 ЗАЗ. Сюда перекатите. 277 подсветите там, который в углу стоит. Вот сюда под свет вот дайте. Где они вообще катят? Сильно не лезьте, просто свет. Вот светом держите. ПТшки вот сюда, сразу отсюда, что подкидывать. Просто все, стойте, прокидывайте. Арта КД. Вот тут. Да, арта там стоит. Так, давайте один артовод найдите. Арту кто там? Трассером. Серег, давай. Я смотрю, блять. Заебало меня. Все, хорош. Так, 140-й там уехал. Не лезьте. Не лезьте пока. Пока у нас коня куча. Коня бы добрали бы. Он за конем. Сейчас попробую. Время есть еще. Умирает. Спокойно, стойте. На, сука, тебе. Хорош. Вот, молодцы. Артоводы молодцы. Так, сейчас. СТшки также стоите на горе, никто никуда не уезжает. Вот они даже сейчас обойдут, ПТ будет тут их напрягать, стрелять и так далее. Они вот сейчас будут вкатывать тут просто. Наши ТТ, вы просто вот сюда заходите, вот если они сюда сейчас все пройдут, просто сюда заходите. СТшки на горе, вы отсюда, они будут подниматься на СТшек, или вы даже сюда просто переваливаетесь. А? Там у них есть четвертый. Они не поедут уже никуда, я уверен. Они стоят просто. Отлично. Ясно. А, так, одна СТшка. С горы снимись. Да. С горы. Вот сюда вот. Проедь и уйди вот сюда. Посмотри. Тут стоит 400. Ой, 140-й. 140-й, наверное, здесь. Да. Сейчас, подожди. Надо его снять. Будет. Одна СТшка снимается и сюда. Еду. Это может быть уже не один. Да, нет, он там у них один, потому что все засветились, их не, у них 140-й, он так уже подразобранный. Просто, чтоб нам этих перекатить. Нам надо арту туда перекатить. Да, чтоб нам арту перекатывать уже смело. Надь, кроет. Я засветил кто-то. Сверху кроет. Кого? Не, на центре кто засветил, я не знаю кто. Я тоже только что на центре засветил. У них тут еще один есть танк. А, 140-й там в углу. Да, все танки засветившиеся, вы что? Нет, нам, если что, вот куда-то сюда. Попробуй вот. 140-й, вы поняли где? На К4. Чуть понаглее, арта, сюда. Сведись. Все. Готовы, ждем. Снова светит, он переехал оттуда. Да, он на К4 уже. Ну пускай будет там, ты проедешь. Вот все, он. Нормально.
Так, работайте, видите, все забрали, да, минус. Все, найс. Вот все, поехали, отсюда, вот отсюда. Так, смотрите. А, еще СТшки вот с горы снимайтесь. Один вот тут 430 стоит. Кто там самый шотный? Самый шотный. 62 или кто? У кого меньше ХП? Стоишь здесь, светишь ПТшком. А, ТТ. Саня, я на маяк доехал. Ладно. Заезжай. Сюда. Я останусь. СТшки, СТшки, вот сюда перекатывайтесь. То есть вы сюда все переезжаете. Я кроме понял. Одной СТшки, одна СТшка тут. 62 остается. Я же, также я же поехал. Перекатился. Я. И вот так. Я уже поехал. Семерки, Саня. Вот эти ТТ, не лезете. Стоите здесь. СТшки вот отсюда вкатывают аккуратно. И работают. Просто. Башенки. Хороший. Все. ТТ, Артём, вот тут вот ТТшки пока здесь, соберитесь, 430, все. Сильно не лезьте, просто они сейчас зажимаем их аккуратно. У нас 4 минуты, парни, есть время. СТшки вот сюда перекатываются уже чуть понаглее. 430, привет. Ты вот так можешь объехать? Вот этот вот. Вот так объезжаете и подкатываете вот сюда, вот к этому. Магмарио, смотри, здесь прямо кто-то будет тебя контролить от башни. Там-то опять... Та, падай здесь, тебя контролить. Ты вот сюда, быстрее Андрюха, будет. Также проезжай. Ну, вот видите, подставляете сами. Парни, под свет. Это вот, он вот, без света. Вот сюда вот. Сейчас дам, Серег, сейчас дам. ТТ сюда, ой, СТ сюда перекатили. Серег, готов, садись, сейчас дам. И аккуратно отсюда под свет. Вот можете в наглую чуть пролететь, вот сюда уже. Арта уже готова. СТшка сюда. Да будь СТшка. Ну, давай, да я Серёге дам сверху. Просвет дам. Все. Ну, вот. Серёг, держи, Серёг. Один, два. Два. Три. Свети. Вот так, что-то едет. Не, сам не лезь. Сам не лезь. Не, не, не лезь, не лезь. Может, мы две ПТ-хи поедем в фуловую? Чем он наваливать? Нет, парни. Вы вот сюда подъедете, вот сюда ПТ-шки. Вот сюда, вот на эти квадраты фуловые. Две ПТ-шки, вы сюда подъезжаете сзади. Арта пока колбасит. СТ-шки, вы сюда проходите, чтобы их отсюда прокидывать. СТ. Я поломал тогда. Да, у них надо уже. Просто надо аккуратно выехать. Работать. Вам надо тайпа просто забрать. Вазик аккуратно не забывай. И спокойно херачить. Вот отсюда. Я не светился, кстати. Вот сюда, вот Андрюха тоже. Я тоже не светился, проезжай. А 113 видите, фигачьте. Кого видите, херачьте их. Мы можем помочь им тяже, как бы. Так, ТТ, вот ТТ, сюда. Подожди, ПТ, ПТ, стой, подожди. ТТ а сюда тут... уже перекатывается. Ты нет у нас, видишь. И 113 куда? Давай, подождите, сейчас вот эти переедут. Вот эти сразу поджимку. Подождите, вот эти вот тут остановились. Две вот минуты. Вот, чуть сюда. Саня, а мне 113 всё. Куда? Какой? 113-й, ну ты с ТТ, ты же ТТ. Все, давайте, вкатывайте, забирайте фокус. СТшки отсюда, встали также. Заберите, назад. Заберите. Все, херачьте их всех. По фокусу, быстро, тах-тах, и все, нет. Эти тайпаны такой четкого. Давайте, работайте. Все, на нет, надо. Все, давайте быстрее, добирайте их, время. Все, со всех сторон, 403, да, Е4, вот, молодцы, все, начали работать. Вкатывайте на них, забирайте фокус. Все, чтоб лопнули они все. Дави его. А, не пробил, ладно, все, жадно. Давайте. Отсапчик. Вот, просто вот так, спокойно. 3К перена урона. Ребята, ребята, теперь помолчите. Очень много флуда. Куда мне? Ребят, вы чё, первый раз? Я говорю ТТ, значит ТТ все. Не надо переспрашивать. ТТ сюда подкатили, ТТ сюда. Вы смотрите сами на мини-карту, где кто что стоит. Еле-еле, кое-как. Красавчики, Аркадий. Саня, вопрос можно? Да. Вот что меня убили, я отсветился от света, я выехал от света, просто вывожу башню, у меня летит фугас от этого тайпа, а не просто херячил. Ну я не может, знаю, но тебе никаких претензий, убили, все, какой разговор,
Ничего тут такого. Ладно, ребят, я это вечером сейчас зайду перед ночью. Хорошо. Давайте удачи, Лайф. Влад, красава. Так, вот. Нас. Этот подошел. User disconnected ребят, from your channel. Вот, блин, ушел, Юра зашел. Ну да, на второй рот опять никак. Это жалко. А я хотел сыграть, ну ладно. Так. Нет, будем играть, парни. Сейчас посмотрим. Вот, ну видишь, мне пришлось арту искать. Из-за этого, Влад, я маленько. Ты у нас это самое, ребят, давайте всем пока, мы тоже уже пора на работу. Ясно, все, давай. Не, ну ты свое дело сделал, молодец, блядь, 6200, блядь, красота. Все, давай, вот завтра также кто. Да, в 2 часа я зайду. В 2, все, будем катать. 4 человека, давай. Чтобы рот создать. Если бы, блядь, не нашел ее, она бы сейчас крови попортила нам. Ну да, ну спокойно вот отыграли, нормально. Ну там вот 3 коня стояло, они там, по-моему, и легли. Ну да, они там и легли. А я эту суку только с четвертого выстрела забрал. Все спокойно, вот выкатились, перекатились, все грамотно сделали, то есть никто не стоял там сзади, не накидывал. Все, вот сейчас все было четко. Мы не успели просто закатиться. Стэн, тебя не слышно. Мы не успевали закатиться. У них более тяжелый сетап был, такие, ну, 3 коня, блин, они медленные. Ну, вот даже 3 коня, просто, ребят, вот если вы там стоите, вы знаете прекрасно, да, то, что у них арта, арта кидает. Все, просто вы за горочку заезжаете и так далее. Аккуратно ждете, да. Вот эти стоят туда-сюда, мансуют, чтобы вас арта сильно не крыло, которые...